Хай, всем сами черт, добро пожаловать. Пора тебе меня навестить, как думаешь? Надо многое обсудить. И прими соболезнования по поводу Ноя. Он был достойным человеком. Это кто мне говорит сейчас? Короче, добро пожаловать, АВ Mirror's Edge Catalyst. Надеюсь пройти игру еще за две серии, потому что у меня память сейчас на жестком диске закончится. Не ходит только на две серии. Может еще на третью, там половину. Там 15-20 минут еще хватит. А так уже все. У меня, считайте, 1 минута 1 гигабайт. Где-то у меня еще 80 минут примерно. Даже меньше. Там надо память там для рендера поставить. Вот. То есть у меня сейчас ограниченное время. Так, сейчас. Кнопочка жирная была. Просто маленькую паузу сделал между сериями. Покушал, садил. Опять. Я такой человек, да, люблю покушать. Ну и чайок сделал себе. Так уже без чайка. Так, вот это я ненавижу, вот этот прыжок, он меня бесит. Вот через стенку проходить теперь его. Нет. Старая перекладка, а я там. Ха-ха. Ха, смешно просто, знаете. С этим ничего не поделаешь. Смешно всегда смешно будет казаться. Сказал ли, что посмеялся, это нормально. Для меня это вообще нормально. Если я посмеялся, то это нормальная шутка. Это сойдет. Ёп-буи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 . Что за скорость? Ты, наверное, кем-то 200 сейчас. Машина ездит, смотрите. Бешеная скорость. Бешеная скорость машин! О, трубень. Трубень. А, я же холодную водичку налил. Почему он только горячий? Чё? Опять? Мне опять туз... Привет. Ебой. Ебой. Бабах. Ой, давайте на паузу поставлю. Хорошие новости и плохие. Мы придумали, как отключить отражение. Навсегда. Да, но для этого нужен отпечаток самого Крюгера. Это плохие новости. Я его найти не могу. Видимо, он в отдельной сети. А без него у нас связаны руки. Мы сообщим, если что-то изменится. Значит, нам хана. Он победил. Какие люди? Ноги мне переломаешь? Давай, чего уж тянуть? Сперва закончи дело, а потом сломаем ноги, если хочешь. Нечего заканчивать! Ной погиб! Моя мама работала над отражением, сестра работает на Крюгера. Я как белая ворона. И сотрудники принимают отражение с распростертыми объятиями. Рождается новый мир, Фейт. И там не будет места мне и тебе. Если не остановить отражение. Отражение нельзя остановить! А я вот слышал, что можно. Я тут беседовал с твоей подругой Пластик, интересная девочка. И она сказала, что для этого нужен отпечаток Крюгера. Его не раздобыть. Не все так плохо. Я знаю, что у Крюгера есть личная квартира на Виде. Там ты сможешь проникнуть прямо в сеть их семьи. Вломиться в личную квартиру Крюгера? Мимо охраны мне не пройти. Как жаль, что я в тебе ошибся. Можешь идти. Стой, что? И это все? Ну а что же еще?
Я знал когда-то девушку, которая ради благого дела шла против всех, даже против меня. Но ты явно не она. Ты сломлена. Бери рисунок и иди. И больше не смей здесь показываться. С каких пор тебя волнуют благие дела? Иногда они совпадают с моими планами. Почему ты еще здесь? Потому что ты не прав. Я не сломлена. Докажи. Докажу. Пластик. Фейт нужно провести в квартиру Габриэля Крюгера в виде. Конечно, Фейт. Я отправила координаты тебе на пульс. Оттуда можно зайти в его личную сеть. Так ты и получишь его отпечаток. Это Фейт Коннор. Приготовились. Фейт, используй пустое устройство, и когда подключишься, я зайду через твою перчатку. Что хочу, то и делаю. Все, идите отсюда. Моя территория. В квартиру Крюгера попасть еще труднее, чем в Псов. Там только вертолетная площадка сверху и главный вход снизу. И борт угнать, как в прошлый раз, не получится. Они изменили протокол связи, и теперь пусть бежит. А, хорошо. Не буду мешать. Помни о нашей сделке, Фейт. Помню. Заново уже все сделал. Вау. Вот это декорация. Такое тоже хочу домой. Фейт, мы узнали, как пройти за внешний охранный экран. Можно пробраться через музей искусства Малусов. Там тоже будут охранники, но обойти, я думаю, сможешь. Обходить не обязательно. Пластик. Почему? Тогда в чем смысл? Пробуждать эмоции. Да любые реакции. Как отражение? Нет. Там поддельные эмоции. А искусство естественно. А я думаю, оно глупо и бессмысленно. Ничего, это тоже реакция. Ну да. Отчасти. Она права. С этим даже никто не поспорит, мне кажется. Щит. Немножко не так. Не долез, короче. А чё это она так медленно по этой фигне лазит? Я не могу понять. Кажется, побыстрее она смогла бы это сделать. Ну, я говорю, залезть на эту фигню. Даже меня не видели, как они узнают, что я. Хотя от моих кроссовок, может, они звук уже знают, как я звучу. Я даже... Наверное, так есть. Прикольный район.
Мне нравится. Это даже тут, ну, круче. Ну, это самый крутой, короче, район. Всех районов, которые тут были. Это кучно. Свинг. Двиг. Чё? Нет, а звук сделал, который там. Ну, в смысле? Что делать-то? Где я? А могу с собой сейчас залезть? Я даже не проверил. Фейспалм. Не сюда? Да. Интересно. Я бы... О май гуд, you're so pro. О май гад. Йо мама. Так. Взяла. Это самое главное. Так, Мы открыли тебе дверь, Фейт. Сзади служебный доступ в здание. Служебный доступ? Ну, это хорошо. Служанка. Здравствуйте. Это вас обслуживает я. Да. Больше информации вам не надо. Эти страшные под попой. Как не палиться в таких ситуациях. Если узнаешь обо мне что-то-нибудь... Нет, я тебя люблю. Игры там обязательно должны быть. Так. Знаете, я играю, как будто я знаю, где это все находится. Просто так, ну и просто на чил. Это все беру. Принес, конечно же. Мюсея. Музей закрывается. Везде Крюгерсек. Лучше их избегать. Нет. Пора к ним выйти. Не думаю, что хорошая идея. Подожди-ка, что? А! Так, это какая-то хиня, я не понятно. Чё, куда? А. Что? Что-то меня хотят. Ну, конечно, только от меня не хотят. Другого ты ничего не сделаешь. Иди спи. Нечего тебе играть больше.
Мне уже все заново пересидел. Это даже обидно. Но я так красиво просто пошел. Ага. Яб. Чё? Как так? Чё я сделал? Что случилось с Шаней не так, что она туда не допрыгнула? Что за фигня? Все, добрался. Все, я внутри. Отлично. Надо пройти через здание на верхний этаж. Оттуда, если схема не врет, ты сможешь попасть в лобби Крюгера. А если врет? Сори. Ладно, я что-то не туда пошел, походу. Завернемся там за поворотом, еще карты посмотрю. Так, Егей меня сейчас заспавнит. Здесь черный тут не умеет так же, как я. Надеюсь, что нет. Дошла до служебного входа. Когда закончишь, надо будет снова спускаться вниз. А оттуда ты должна попасть в лобби. Охранники в квартире Крюгера отреагировали на сигнал в музее. Похоже, они хотят перехватить тебя в лобби. Пусть попробуют.
Чё, там чёрный, что ли? Да ну. Не. О, щит. Описание сходится. Ой-ой. Ой-ой. Я понял, как это пробежать. Сейчас пробежим. Сейчас главное наверх разобраться и там пройти повыше, чтобы это черный меня не достал, и все. Мне дальше не надо. То есть, смотрите. О, щит. Когда пройдешь, должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Нет! Как же плохо. Я умер. А почему она по стенке пробежала? Ночью по трубам спустим. О, нет, заново. Да ну, как-то так умудряюсь это делать. Когда пройдешь, должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Хорошо, буду тебя знать, что сейчас пробежим оттуда и сразу же прыгнем. Хотя, можно и всех завалить. Может даже и это сделать. Но там это черный, я не хочу с ним. Ничего себе пробежал. Да ничего себе дают. Мамочки, ты чего это за... Когда пройдешь, должна, по идее, пролезть по шахте лифта в комнату. Это глупо. Должен быть другой путь. Почему она не прыгает? Это нормально. Что за фигня такая? А почему она-то... если она это бы не сделала, я бы прошел бы. Ну как так? Зачем она там кувыркнулась? Если она бы этого не сделала, я бы прошел бы, наверное. Ну ладно. Ладно, сначала с тобой попробую справиться, а потом с ним. Ладно, сейчас подойду, тогда сначала разнесу всех стрелков. Хорошо, так уж и быть.
Ну что, народ, я завалил всех, всех и чуваков, которые стреляют, а остались в пяти. О, сделал я это. Надо было просто всех этих. Еще кокот расстреляет, их всех тупо завалить и все. Ты в главном лифте? Я других вариантов не вижу. Так, похоже, путь свободен. Пока что. Отлично. Надоело мне прятаться. Да и Крюгер все равно еще не знает, зачем я тут. По крайней мере, пока. Пластик думает, что сможет подключиться к системе и загрузить отпечаток без его ведома. Я точно знаю, он и не узнает, что мы его взяли. Но Фэй должна мне подключить. Круто. Фейд, тебе надо подключиться к личному терминалу Крюгера. Насколько мы поняли схему, в квартире есть рабочий кабинет. Попробуй там. Ничего себе, я бы хотел бы такой. Вот такой дом я бы правда хотел бы. Стиль мне вот так куплено. Нашла кабинет. Я скопирую отпечаток. Устройство поставлено. Подключаю. Готово. Теперь уходи. Фейд Коннорс. Где я, там всегда и ты. Как же я не узнал тебя при первой встрече. Твоя сестра очень похожа. Она меня больше не узнает. Ты промыл ей мозги. Я воспитал ее со всем старанием. Дал превосходное образование и обучил лидерству. Любой отец сделал бы это для дочери. Но она не дочь тебе, Крюгер. Мало было убить наших родителей, ты еще и Кэт забрал, как какой-то трофей. Я спас ей жизнь. Ты бросил ее умирать, помнишь? Ну а родители... Очень жаль, но это жертвы. Время было такое. Я там была. Мама пошла против тебя, и ты ее убил. Твоя мать была блестящим ученым, который не хотел идти в ногу со временем. Нам, конечно, повезло, что после нее остались ее труды, да? Труды, которыми ты теперь всех порабощаешь. Ты мало что понимаешь и ничего не знаешь, Фейд. Твой близорукий эгоистичный взгляд на мир не замечает, что стоит на кону. О, нет, мое любимое здание. Это все ты. И тебе подобные, понимаете, только язык разрушений. Оставайся там. О, мои любимые здания сломали. Фейд, от взрыва охранная система ключит. Я открыла дверь на террасу. Уходи оттуда, пока вертушек нет. Там есть дроны. Может, на таком можно спуститься? Ты вышла? Надо оттуда спускаться и быстро. Это ролик. Сейчас игра. На земле, ролик. Наконец-то. Рада слышать. Неси отпечаток сюда. Мы внедрим в него вирус отражения, и можно будет приступать. Может, тогда Икара лучше уйти? Коми считает, что здесь много народу. Я думаю, Икар будет счастлив отсюда уйти. Как-то да. Ну, сейчас я буду опять 900 тысяч километров бежать. Я, наверное, на паузу поставлю, да? Опять 900 тысяч километров. Ну да. В общем-то, ничего удивительного. Можно, конечно, сайт-квест попробовать. Ну, хотя ладно. Ну, девочки спят, наконец-то. Как меня заставляло читать эту историю, Кэтрин? Говорил с Роботой? Да, она вроде как недовольна мной. Кто бы сомневался. Что на этот раз? Его беспокоит митинг. Знакомый из Крюгерсек сказал ему, что они будут там в больших количествах. Зачем? Может, отменим? Нет, никак нельзя. Слушай, если позволено нас запугать, мы ничего не добьемся. Хватит об этом. Я разберусь с Ноем и Ребеккой и чуть позже. Как твоя работа? Хорошо.
но вряд ли я смогу долго прятать ее от начальства. Я вчера встречался с Ребеккой. Она явно что-то задумала. А что не говорит? Что у нее на уме? Тебе надо меньше беспокоиться о том, что затевают твои друзья. Думаю, все обойдется. Кажется, мне удалось ее отговорить. Меня больше волнуют ее новые друзья. Слишком внимательно они ее слушают. А мы не одобряем насилие. Мы должны держаться от него подальше, если хотим быть на позиции правды. Корпорации должны увидеть и осознать, как много тех, кто не желает, чтобы они управляли будущим Каскадии. Ну все. Прибежал я. Больно. Извини. В редких случаях созревание может вызывать легкий дискомфорт. Ах, как будто позвоночник изнутри чешется. Не так уж это и больно. Нет. Отпечаток у меня. Давай сюда. Фейт, надо совместить отпечаток Крюгера с протоколом отключения частиц, пока не рухнул осколок. А почему пока не рухнул осколок? Потому что Фейт, надо подняться туда, чтобы вставить вирус. О. Ты как? Держишься? Жжется. Ложное утверждение. Воспоминаний не обнаружено. Серьезно? Ух ты! Отпечаток дает доступ реально везде. Что хотите? Список агентов Омнистат, экзотическое оружие Крюгер Дев, проект Айрис. Сперва отражение. Соберись. Окей. Кума. Это недолго. Мы свяжемся с тобой, когда вирус будет готов. Фейт, это быстро. Так, тут побежал. Отлично, ты на месте. Подключись к отмеченной консоли, и я тоже подключусь. Сейчас подключимся, а потом... Фейт, как только я начну захватывать хабы, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Понял. Вот это было, знаете, самый-самый-самый фейловый фейл в моей фейловой жизни. Что? Ладно. Ну вы меня поняли, это такой фейл, что просто попа. Да, только я там просто способен. Отлично, ты на месте. Подключись к отмеченной консоли, и я тоже подключусь. Фейт, как только я начну захватывать хабы, тебе нужно быстро добираться от одного до другого. Не следю. Такие задания меня заставляют бежать с одной на другую точку и плюс на время побесит меня. Я на месте. Подключаю тебя. Начинаем. И теперь к следующему. Быстрей! Уже иду. Три минуты? То беги ты. Привет. Кто никогда не признает всю сложность моей работы. Ну, у тебя на есть. Ты сидишь в своей комнате, ничего не делаешь, пошли. Они будут все точки такие? Чисто такого расстояния. Черт! Крюгер всех заметили, что что-то не так. Они отправили патрон ко второму хабу. Девушка! Бегущая! Второго хаба. Подключаюсь. Отлично.
убийца. Не должно убить. Я нам выиграла немного времени. Переходи к последнему. Есть. Смысл? Нет! А что не доделал? Почему? Я же правильно долетел, нет? Доел до конца. Мы даже ничего не сделали за все время, сколько я тут бегал. Это игра. Ну, не так уж и далеко. А у меня были 3 минуты на все эти, ну то ладно. Да не так уж и плохо. Минута с половиной на каждую. Что-то, что тебе не по силам. Разумеется, много всего. И потом мне придется временно залечь на дно. Все, что я делаю, оставляет следы, и рано или поздно сетевой контроль зацепится. Даже если они дураки. Я борт 2-4. Координаты приняты. Готовы. Я так и знала. Засаду на тебя устроили. Уходи оттуда, Фейд. Зачинные отряды ушли с линии огня. Ничего себе. Что, полная охота на меня? А полная. Тут какие-то... Чё? Вот. Брат, к пластику пойдем. Наверное, сейчас сходим быстренько. А что у нас по улучшениям? О, ну смотри, какие 50 квесты. А что, у нас 8, мне нужно было 18, то есть еще 10 штук. Снаряжение. Это у нас что такое? Это нам понадобится. Вот это возможно тоже. Вот это понадобится. Вот это понадобится. Вот это возможно. Что у нас это такое? Тоже понадобится. Тоже понадобится. Ну вот это тоже в тему будет. То есть сейчас тупо урон будем прокачивать или. А, давайте к ней сбегаем. Ну и все, закончим. Ну что, я прибежал к ней.